В Югре определят лучший товар и лучший бизнес. Сегодня стартовал прием заявок на конкурс региональной торгово-промышленной палаты. В состязании могут принять участие как индивидуальные предприниматели, так и организации. В конкурсе более 30 номинаций от туризма до кондитерского дела, от IT-услуг до производства нефтепродуктов. Заявки принимаются до 31 октября. Победители объявят в декабре на традиционной выставке «Товары земли Югорской». Конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры» проводятся в регионе с 2003 года. Для предпринимателей это отличная возможность подтвердить качество своей продукции, получить почетное звание и привлечь новых клиентов. Ежегодно знаком «Лучший товар Югры» и званием «Лидер бизнеса Югры» отмечается более сотни предпринимателей.